Эта чудная история случилась в неизвестном провинциальном городке. Всегда шел дождь, несмотря на то, что каждое утро выходило солнце. Жители были настолько счастливы, что не обращали на это внимания. Особенным местом в этом городе была небольшая кофейня напротив цветочного магазина, в котором работал наш герой. Он каждое утро приезжал ровно в 9:21 для того, чтобы дарить радость. Работа ему приносила огромное удовольствие, но еще больше удовольствия он получал, когда делал людей счастливыми.